Ребята, добро пожаловать на борт 750-сильного монстра Grand Cherokee SRT8 с компрессором. Давайте-ка сходу лаунч-старт. Абсолютно сумасшедший кирпич. По ссылочке в описании вы можете зайти на автоспот.ру и увидеть, какие сейчас есть в продаже три Grand Cherokee версии Track Hawk. Более 700 лошадиных сил. Напоминаю, что на автоспот.ру вы можете увидеть сразу все ценники уже со всеми скидками, спецпредложениями. Да? Это хорошо известный вам ресурс, который помогает реально экономить время. Не нужно ездить по дилерам, спрашивать у них, какие скидки, какие там максимальные могут быть у нас возможности по покупке этого автомобиля. На автоспоте официальные дилеры, они бьются за возможность приобрести покупателей, поэтому они сразу там уже дают максимально честную цену. Ребят, поддержите нашу команду и прямо сейчас перейдите, пожалуйста, по ссылочке в описании на автоспот.ру и зацените, найдите там, какие трек-хоки сейчас доступны в продаже. Конечно же, на дороге у нас его максимально уважают, потому что он весь такой гигант, этакий холодильник, можно сказать. Заводского СРТ, а вот под капотом уже ситуация кардинально меняется. Оп. Ну что, друзья, на этом мы завершаем зимнюю часть нашего влога и переходим обратно в лето, чтобы немного согреться и посмотреть на другие крутые машины. Не забывайте проходить по ссылочкам на автоспот.ру, гляньте, сколько стоит заряженная версия такого Grand Cherokee. И спасибо вам за поддержку. Приятного просмотра. Сейчас съемки обзора на Genesis G90. Приглашу вас зайти. Гелик прикольно проехал. Зайти в раздел видеозаписи. Там уже есть этот обзорчик. И посмотрите его. Реально машина очень интересная. По красоте вот реально вот кайфанете. Снимаем завершающие такие фрагменты для Инстаграма. И дальше поедем уже вперед навстречу приключений. Я думаю, сейчас никакой смысловой нагрузки давать не буду, потому что сил уже никаких нет. Сегодня снимали очень подробный обзор на эту интересную новинку корейского автопрома. Вы уже можете найти ее в разделе видеозаписи. Но сейчас давайте просто с вами кайфанем с вида этого автомобиля на рассвете. Внешность новому G90. Ой, как сильно удалась. Машина выглядит чертовски статно и чертовски круто. Опа. Итак, друзья, давайте предоставим новому Genesis G90 возможность порулить самостоятельно. Топлю на газ, смотрите, а он реально делает все сам. И даже когда ругается, говорит, положите руки на руль. До последнего борется самостоятельно без моей помощи. Но уже через некоторое время все, он снимает ответственность, говорит, все, надоел ты мне. Теперь посмотрим, как батя справится с возможностью предоставить контроль автомобилю Genesis. Вижу, у тебя настроение на ней так шустренько ехать, да? Какая подвесочка, елки-палки. Батя впервые пробует мини-автопилот. Не трогай только руль, не трогай. Дай ему порулить, дай порулить. Смотрите, машина реально подруливает сама.
Бать, ну чё, как впечатление? А потопи, дай-ка, ну-ка дай-ка газу, давай посмотрим, как она при динамике будет рулить, насколько успешно. Так, смотрим, как она с поворотом справится. Давай-давай, дай ей возможность. Но она бы повернула. Вон, смотри, она же рулит. Вон, в повороте рулит, рулит, смотри. Но все равно мне страшно. Не хулигань сильно. Ак Джоу, белая дорога. Приготовьтесь испытать ужас, потому что это как бы Rolls-Royce. Очень страшная передняя часть. Блин, зачем они так сделали? Генерал и его подчиненные. Вот я думаю, они задолбались парковаться так. Чего в Москве только не встретишь. Ой, ты куда так быстро? Мы ж без ланча стартуем, э! Эх! Надеюсь, вы успели посмотреть наш подробный обзор на эту машину с красивыми съемками. Но сейчас все, едем отдавать, и после этого еду в представительство Porsche, где нас с вами ждет новая версия их новой Panamera, которая называется GTS. Забираем Panamera GTS. В целом, хочу сказать, что реально получил искреннее удовольствие от того, как перемещался на этом автомобиле в течение этих дней. Обязательно, если у вас будет возможность, если рядом у вас находится автосалон Genesis, запишитесь, не поленитесь, запишитесь на тест-драйв нового G90, и вы поймете, о чем я говорю, и я вам даю просто 100%, что вы получите удовольствие, потому что машина действительно доставляет удовольствие. Смотрите, обнаружили какую Panamera Turbo Sport Turismo. Вот какое я имею в виду, то, что она на альтернативных дисках TechHard 335 на 25-22. На такой трудно ездить в Москве, но зато вид получается просто максимальный. Еще одна машина в цвете Nardo Grey, новый 911-992. Шпе круто. Друзья, все, приняли автомобиль, забираем эту Panamera GTS, и сейчас выясним, что мы будем у нее, так сказать, первые, кто будет тестировать, да? Посмотрите, вообще практически нет пробега, это вот вообще редкость, посмотрите. 34 километра на одометре. Постараемся быть максимально аккуратными. Porsche Panamera GTS на закате. Просто бомбический цвет, который, как мы видим, окружающих не оставляет совершенно равнодушным. А это да, здесь просто, когда раскладываешь спойлер, нужно протереть, потому что он здесь вот, да, вот сейчас грязный. Я думаю, что будет у него такая несколько размытая динамика, потому что по сравнению с Panamera Turbo здесь почти на 100 лошадей меньше, на 90, если быть точным. Но, по-моему, просто отличный вообще, отличный вариант по динамике. У нас, если говорить про точные цифры, получается 4.1 до сотни. Постараемся в ближайшие дни померить. Я думаю, точно будет где-то 3.9, потому что ланчует прям традиционно по-паршовски, ну, очень плотно, очень быстро. Друзья мои, сейчас обнаружил очень важную штуковину, которую ранее в автомобилях Porsche я не встречал. Наконец-то появился проекционный дисплей. Я не знаю, насколько это видно сейчас через экшн-камеру, но он есть, и это очень хорошо. Надо будет чуть позже проверить, как его можно настраивать, какие там менюшки и подменюшки добавлять, убирать. Но это вот прям движение вперед, потому что до этого ни в одном Porsche проекционный дисплей я не встречал. И, по-моему, официальная позиция у них была что-то вроде того, что проекционный дисплей, он отвлекает, и он, в принципе, не особо нужен.
И вот теперь, наконец-таки, они изменили этот момент. И все, наконец-то, вот, походу, именно с Panamera GTS теперь Porsche будут с проекциями. А это хорошо. Смотрите, какой тоннель из автобусов. На самом деле он здесь, возле смотровой, образовался, потому что закрыли определенные станции метро и вот организовали автобусное движение на время ремонта метрошки. В какой-то веке вроде появилась возможность не на рассвете приехать домой, и вот уже подъехал к дому, но закружу вокруг, набираю для вас фото-видео-контент про эту Панамеру. Блин, что-то она мне... Так она меня зацепила. Сейчас хотел бы попробовать с вами поделиться некоторыми промежуточными умозаключениями про эту машину и про Панамеру в целом. Попробую сделать это в пов-формате. В общем, ситуация такая. Забрал эту машину я буквально несколько часов назад. И знаете, я вот поездил этот вечер на ней, должен вам сказать, что вот именно модель Panamera, уверен, вы согласитесь со мной, попробовав хоть раз эту машину, она обладает особой магией и особым шармом среди остальных моделей Porsche, вообще среди всех остальных моделей, которые на данный момент продаются в премиальном сегменте. С этой машиной вы по-особенному себя чувствуете. Она задает вам какое-то ощущение вашей успешности, что ли, да, в рамках нашего общества. И просто дает прекрасные эмоции высочайшего автомобиля. Как она едет, как она собрана, друзья. Какие ощущения в поворотах, в виражах, в активном движении, в спокойном движении. Ну и традиционный ланч с высоких оборотов. Это вообще просто что-то с чем-то. Буду стараться постепенно в течение дней тест-драйва этой машины вам передавать то, что дает Panamera GTS, особенно вот эта версия. Это реально очень круто, ребят, это не просто слова, это... Это глобальная совокупность всего, что вложили создатели этой машины. Время продолжить движение. Новый день, новые движения. Опа! Ребят, смотрите, как забавно. Вот эта машкара думает, походу, что Панамера это какой-то очень хороший газон. Среда, и завтра мне надо будет отдавать Porsche Panamera. Закончится завтра четвертый день тест-драйва этого очень крутого автомобиля. Завтра будем подводить итоги, покажу вам комплектацию более подробно. Стоит конкретно вот эта машина 12 миллионов 100 тысяч рублей при базовой стоимости GTS версии Panamera в 9 миллионов 800 тысяч рублей. Хотел просто сейчас сказать в этом включении, что мне сейчас предстоит ехать по пробкам, и круто, что Porsche Panamera — это такая машина, в которой реально даже пробки тебе даются, переносятся как-то вот гораздо легче. То есть я вот еду вообще с удовольствием постоять в пробке, потому что в этой машине стоять в пробке — это просто мега кайф.